Вот давай обмен же сделаем, дам. Сколько она там стоит? Да похуй. Обмен дай просто. Ребята, Даже если если сейчас, пока вы все тут, говорю, завтра в 19:00 продолжаем ОКО ИЗС идти. Да я бы, знаешь, я бы такой даже, что, блядь, всю неделю бы сюда ходил. Так, ребят, дальше. Курс на ДД, соответственно, Дим, мы с тобой все то же самое делаем. Ты начинаешь первый. Далее. Алиса, все то же самое. На первой фазе. Соответственно, на второй ты хватаешь босс. Ну, сначала схватит микстурка, потом как трэш у тебя убьют, перехватишь. Мы с Димой сделаем по трэшу, все нормально. По бафам посмотрели, чек на готовность. Костон, что не хватает? Каску. Мага нет в инсте. Я пипила, что такое? А, так сказал бы, я поставил Дживса, Дживс есть. Вот он, Дживс стоит, чинитесь кому надо. Да, ну, блин, уже зря поставил, вроде как починились все, наверное. Не знаю, пусть чинится. Давай я починю, сделаем. Снизу стоит. Давай, он пришел на пиво? А, все, вижу, пришел. Каску дали, пожалуйста, по ДК и по магу. И по салоку есть. Так, что по ССам, да? По ССам, на... Яке, Виби, Умора, давай на Чулана. Чулан. Кукулин. Ну, сова, короче. Да-да-да, я понял. Лапа сос. Прошу, между прочим. Да, ну, чаще буду подходить сейчас. Чек на готовность. Провели бафы все свои. Не. У него магического дамага больше. Ну а этот, как у вас, сейвов от маги больше. Так, все готовы? Лично. Где там, блядь, босс? Ну я завтра... Пока он летит, пожалуйста, сбегайтесь в круг, когда он наверху. В первый раз сбежались, было хорошо. Второй раз ДК где-то в жопе мира. И еще три человека в жопе мира. Прилетело в ДК, он сдох. Это и сбежались, там не сдохли, а потом ДК был в жопе мира и умер. Сбегайтесь, потому пожалуйста. Что он хотел проверить, под зеленкой ваншотнет его или да. Нет, что катит меч. Подожди, стой. Дай, можно просто маленькое предложение. Танк, который танчит мобов, может он будет в упор к стенке стоять, чтобы его не выкидывало с метеоритом, и он потом не бегал на себя. А чё напал? Весь этот трэш. Веру. На полную микстурку дали. Веру. Веру. КД 2 минуты было, если чё. Нас два шамана. У меня КД 2 минуты. Те, кто выедили. Если бы мы как-то вверх могли танчить одного танка, я думаю, мы бы могли что-то мобов возле 10-15 оставлять. А что мешает изначально начать играть в 4 танка, 5 танков? ДПС, возможно, я думаю, на первой фазе нет берсов. Больше фениксов, ну, сразу сносится 20% или сколько там мобов, не знаю. Вы снесли на этот раз 17% с пула со всех фениксов. Будем в следующий раз тратить кого-нибудь. Сейчас мы его убираем. Я не знаю, нас ходит моб. Лис, отводи дальше к стенке. Лис, он холик или влади? Холик. Бей балла в влади танчить, я села все в проста, блять. Ай, блядские рыбки, сука.
Взлетка будет сейчас, нет? Нет, следующий. Феникс, забирай. Сколько там секунд? 3. Отдаю бурст. Я не могу атаковать эту цель. Лиса, не забывай подводить босса, они же чуму кидают. Вниз. Наебали меня. Не 30 секунд. Ой, замахался фибака. Я пока не могу использовать эту способность. Маба на крест поведешь, или без... Ну, я озвучу, если ты не читаешь. Ребята, сейчас улетите от моба, отойдите подальше. Одного моба долили, но этих доливаем. Этих долили. Новый, лови. Раздамаживайтесь, по мобам играем. Миксурка. Почему никто же все дефа отдал? Нет. Задачник для вас крик достал? Как так? Да. Да, есть. Одного моба с... так, обоих... Одного этого моба лоу хпшного добили. Этого нового подраздамажили только. Одного добили. Как его, остальных поддамаживаем. Главное не убейте, Алиса, схвати. Схвати. Там Старфол заехал. Главное моба не убейте. Вниз. Да, ты чё, там? Алиса, пошли. На крест. Собака. Стопнули по мобам. Не убейте мобов. А куда ты, Тёма, побежи? Трусы. А он что, в трусы полетит? Он в квадрат летит. А, или он... Сука. Поняли. Понял механику босса. Не, я протыкал, я не с той стороны посмотрел. Раздамаживайте нового моба. Старого не убейте. Бомбы не вешайте живые, пожалуйста.
Бью только мой Starfall, Алисин и Дота, и все. И то я смотрю, когда его давать. Дислови нового. Ирина, прохиливайте жестко. Давай будем ей прожимки давать. На перебежке дашь. Давай. Нового хватай. Сколько там до звезды? Ой, о, у меня... Че таймер разбудит, не ровно смотрю. Сейчас еще один перебежка. Андрейса, подводи, подводи сюда. Подводи сюда. Тёма, давай буду сам бегать, помогаем, мобов тоже забирать, наверное. Её шьёт просто жесть. Забрал, бегай. Так, последнее. После этой будет перья. Там раздамажили, играйте по-новому. Я пошёл, повёл кресту. Микстурку закинул. Микстурку прокил. И вина прохилась, Алиса тоже. А-а-а. Забирай. Виби, целись. Да, уже поздно. Слишком дохуя мобов. Сколько там мобов? Раз, два, три. Четыре. Пять. Мало. Ну заберите мобов с ханта. Да, в этот... Так и выйдет. Поверно меня, лопосос. Добивайте. Тут нет никакого танка. Да, все, турболек. Не надо. Не, да, не трать бэр. Хотите выйти? Падаем, да? Да. Слишком много. Мобов убивает ее. Ее надо хилить нон-стопом, иначе они критуют в какой-то момент и просто ее убивают. Так, хорошо, Алиса, идешь наверх, я пойду вниз. Сильно пробиваю, очень. Именно поэтому у нас Холли паладин с крышкой. А зачем вам вот эта вот фигня с мобами? У вас что-то ДПС? Потому что войд мы добиваем 20% нахуй, сразу, с пула. Не, слишком много мобов взяли, вы пожадничали. Ну, 5-7 мобов это максимум, вот это вот что-то за духуя. Читайте чат, она спиной, блять, идет. Все как бы ясно. Алиса, танчишь наверху? Я не иду спиной, держу в курсе. А ты всегда говоришь, что не идешь. Блять, спиной, я потом тебе говорю, что там. Стоп, или плод? Добегаем. Есть. Не касается рейда. У Алисы проблема одна, вот она типа пытается взорвать этот труп или что она там это делает. И сверху идет моб. Она пытается взорвать труп, и моб начинает бегать по всем РДД. Она только потом таунтит. Вот это вот. Да, и мы вместо того, чтобы босс, бегаем от этого моб. Вот это с этим трупом, короче, как-то и надо по-другому делать, иначе нас и начнет отбывать. Самонет, я типа таунчу, потом даю пару ЛП, потом он наоборот, и потом он снова бежит, говорит, это я хуй знаю, что. Иной раз сидит. Даже его в таргет не берешь, он по рейду погулял, ты только потом начинаешь на него таунжи. Я просто не могу сразу взорвать труп, мне сначала нужно ударить УП, а вот, потом взорвать. Вот шутку. Именно, ты пока ждешь, чтобы трупа взорвать, блин, он уж половину рейда перебьет. Я на это время таунчу, но, блядь, он все равно убегает. Ладно, все, она наверху, я внизу. Сейчас будем все таунтить. Ей просто надо как-то по-другому это делать. Как-то получше. Ну, чуть по-другому. Начала же какая-то. Так, Либи или Умура, поставьте шкаф. Ну, вообще, человека засумоним. Сейчас... Маликет, ты тут, слышишь?
Ты по верхним танкам работаешь, которые наверху босс танчит на первой фазе. Я работаю по тому, который внизу собирает это будет. То есть, ну, на нижнего не отвлекайся, хиль тех, кто наверху. Я не знаю, нахуй мы постоянно его травим, пускай. Так, засумарился, Лу? Да, сейчас, одну секунду, буквально 10 секунд. Рыбу ешь? Ну вот смотрите, вот я вам просто покажу, вот сейчас захил Лачодана, когда он не хилил ни одного каста маленького, нахуй. И захил, блядь, прошлой, нахуй, фазы. С маленькими, нахуй. Но уже не могу линкануть, потому что мут, 6 секунд. Нормально он хилит. Правильно, потому что теперь нету маленьких, и все нормально за хилом идет. У него и до этого с нормально за хилом. Что... Вот с прошлого. Чек на готовность. Да, Дима, меняйся, будешь на трусах, Алиса будет на кресте. Обновите бафы. Ты мобов, да, будешь? Да, 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 я на мобах. Каску по АДК, кулак, каску, фулл баф. Чек на готовность. Быстрее. Все есть. Ро, готов? Че да, там? Агредим. Ууу, фласку поебал. Геру, 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 геру. Вам больше играем, РДД. Кто она? Это она за прожимку. Блять, улетел в ебеня, сука! Лопасос, иди сюда. Царь! Алиса не в курсе, что если прожимка прожата, типа она спасает. Ебать. Не надо, не открывай глаза. Бейте босса, у вас что, прожимка сейчас, я не пойму. Стопните лишний флот, пожалуйста. Прожимки, не прожимки, вам все сказано будет. Таунтов не до хрена, ребят. Алис, на ту сторону беги сразу. Угу. Где, блядь, мол? Хэми, да? В обычке нет. Алиса прохитил. Вниз, 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 вниз! Лопасос, есть БР? БР Алису? Надеюсь, он ко мне полетит, нет.
быстрее стала, на крест убежала. Рабаф или Ленар? Мастер, хуйню не майся. Это я хуйней маюсь? Или Алиса вздыхает из-за того, что пишет в чат? Это ты хуйней маешься. Успокойтесь. Ребята, вы до скольки сидите? Не знаю. Ну, а так в среднем РТ по времени. Маш, когда будет новая волна, вернешь мастерова. Ну, новая, новый круг пойдем. Где, блять, моб. Забрал. Добили этого моба. Этого оставляем. Я вижу. Ей бы не держать далеко. Я кошечкой могу побежать. По новому играйте. Не убейте старого, пожалуйста. Двадцать секунд вперед. Стопнули. Блять. Что там? На крест. 8 секунд. Стою. Мастерала пробафали. Вниз, живо все. Быстренько вниз. Стопнули. Где там? Куда он полетит? Сюда же. Стопнули. Отлично. В другую сторону лицо поверни. Блять, дохуя. Сливайте по низам. Если дохуя. Пусть она 30%, думаю, сливается лучше. Не жадничать. Сейчас. Нового схвачу и собьют. Где, блядь? Блин, я упала. Поднялась, побежала обратно. Одного слейте. Даже двух можно слить. Тёма, жми чай. Кто на восемь? Ты. Сколько у него хп? 10 лямов. 12%. Отдамаживаем его. Минуту
запьёшь. Можем успеть слить. Если два моба убьют, то успеем. Тёма, давай прожимку с кашкой, да? Давай прожимку, потому что пишут как пиздец. Сколько хп у него? 7%. 6. 5 лямов. Одного моба надо. Шредер БЗ на медведя каплю. Если ты не убьёшь, конечно. Ну, мы играть? Несели, нет. Нет, первая платформа. Вниз после первой. 1%. Дайте прожимку. Дайте палу прожимку какую-то. Живи. Доктор, отдай подавление. Дай крылья или зубы. Медвея. Третья группа. Да, да. Спуститесь. Не спуститесь. Сейчас будет как. С центра ушли. Все, с центра ушли. Задефили пала. Сейчас появится, дадим первую и сливаем. Меня швырнуло. Босса. Геру. А, Геры нету. Я прожался. Не подходите пока к боссу, иначе нахрен пошотает всех. Лики, не подходите. Забери босса с меня. Ну я иду, блядь, с другого конца карты. Вышли с лужи. Заливайте трэш, быстрей. Сейчас уже взлетит скоро. Взлетел. Метеорит. Готовьтесь. Выход с боя. Побежали, побежали, побежали. Вивинар. А, этот, блядь, вейнулся. Охуенно. Давайте его скипнем, это бред. Он по себе наверху заивейдился? Да. В смысле скипнем, надо убивать босса. А смысл нахуй тратить одного этого босса нахуй, если он не вейдится еще, блин. Меня он уже заебал, если честно. Бафайтесь нахуй, ешьте и начинайте заново. Фулл баф дали. Сколько у вас сейчас было фениксов? 4 и 5 спустился. Давайте мы лучачера поменяем на метиса, а? Кого? Вот, кашевода поменяем на метиса. Тём, ну получается где-то 4 оптимально, 6 уже такие, знаешь, рандомные пробивки до 30%. Ну я понял, значит на 5 мобов оставлять. Ну, давай, ну давай. Не больше 5, вот реально. 5 давай, уже такое. Да. Не, просто чтобы у вас ДПС больше. Кто там предлагал 4 танка? Может так, давайте попробуем. Да, 4, 5. 1 ДД, он вроде не собирает. Погоди. Так. Бычий голод, ты хочешь уйти? Нет, я просто... Я просто сижу на замене. Он за весь бой отхилил 660к. Эршам, где пиво у вас есть? Сейчас скажу. Не, нету. Уже. Второй холипал есть. А ты бегаешь маликет наверху? Не надо наверху бегать. Снизу схиливай. Че там, и есть пару минут, Курна? Малики это внизу корни. Корни. Не под платформу, да, значит? 2 минуты у вас перекур. Я пипила, есть у тебя шам? Нет, шама нету, есть холипал. Холипал? Да. Давайте холипал лучше. Давай. Заходи лучше. Туда в танк. Включи голову, пока на замену. Угу, я тогда из инстанта выйду. Если вы... Не, Малике, ты также в этом, киля. В два холи. Дайте, пожалуйста, дискорд метису по-братски. Ну все, танки, держите огромного. Вот здесь сальвы нужны, ребят. Ну сколько сейчас? 30-40, возможно, с пола будет. Ну это так сейчас. Если будет все нормально, Алиса удержит агро. Там ходит ДК. Стоп, сейчас на ком? На боссе. Вот, я удержу. Наверху, да. Я во фрасте сейчас танчу, если чё. Ну, тебе желательно спекнуться в анхолика, а не... Я вам агро рву на трэш. Мне похуй, да, град ты его, понимаешь? На трэше. Окей. Ты просто сейчас с пула потеряешь одного топового вара.
Взяли пало, нет? Да, подождите, у меня калькулятор. Плохо. Ну, ноутбук, что ты хочешь. Ага, хорошо. Ну, у нас пока перекурчик, так что нормально. Вот теперь скажи, Шредер, зачем нам сапроты, если нас фениксы маленькие в миле бьют? Они, объясни. Он физикой хуярит. У него вот он говорит урон. Сапроты, смотри. У него идет урон от фаер дамага, только когда он взрывается. Все. Остальное все физика. Беспонтовый совет просто. Ну ладно. Только догадались, что беспонтовые советы дает, ебать. Ох, да. Сука, меня горит пока нахуй. Давай, Антош. Микиса перекиньте, пожалуйста, сверху. А, сейчас скину. Я в танк, я ебал бегать. Здоров. Нет, ты в ДД. Привет, Павлик. Здоров. А, все, привет, привет. Здорово. Сумон пришел тебе? Опять да, летит да. Второй раз с нами. Ну ничего, сейчас. Будет заебись ДПС, нормально. Метис, тактику на него знаешь? Он все знает. Все. Он же с нами бил, Дима. Он с нами не бил, вроде. Ну значит, второго босса точно с нами он бил. Да, да, здесь я был. Отлично. Антоша, пиво дайте пать. Еще. Метис, 5 кусков. О, 4 куска. Еще вопрос, я не понимаю, почему у нас. Бля, ты меня всем завели. Чего? Кен завели у меня, Джей. У тебя пиздец на заднем фоне, Антоша. Он же там куда перв хуерит. Да он в душе играет, по-любому, да. Так, отлично. Что там, кончился перекур? Как его? Да, кончился. Да, заходи. Мучачер, у тебя апнутые кулаки? Ага. Давай кулаки разбафывайся. Да это шарик огромный. Т4, ой, Т5. Окей. Да, у ДЦ это. Я думаю, чё он, блядь, меня шьёт, но... Ладно. В этом шарике у меня камера приближается в ноль, и я вообще ничего не вижу. Не ставьте его, пожалуйста. У меня шарик есть. Это он автоматически ставится вроде. Ой, вот реально, у меня камера в ноль, и я ничего не вижу в этом шаре сраном. А открути камеру, падает. Нормально. Максимум, потому что у меня потолок приближается к башке из-за этого шара. Понимаешь? Это готовность. Там Риста баф, пожалуйста, лапы. Пул баф дали, пожалуйста. Макат, ты внизу? Да, ну, я внизу. В три танка. Ты из трусов, да. В три танка, нормально. Я, конечно. А ДК танк? Ну ладно. Два ДК танка сверху, один впал снизу. Стерии будут кидать просто? Надо мне же... Стерии, АДК один. АДК один микстурку, он тебе кинет на следующей платформе. Он будет не сразу, не сразу, да? Не, нет, сразу, не сразу, скажешь, не сразу. Ему, когда... Чек на готовность на пол на Ивинар будет. Метис, это тебе истерию, правильно? Да. Да, ему кинешь мистерию. Стой, как только у нас, не сразу. У нас не второй холик не. Наверху разве бегает? У нас второй холик разве наверху должен бегать? Нет. Оба холика внизу. Не факт, что зачем? Отчет на пол. Он не в дисе. Кто? А не, спрыгнул. Давай, Агри. Агри. Сука. Геру что, упал? Прожал мой бот. Рано времени Геру даете. Дали Геру на полный винар. Идти, сможешь рваться сразу. Ты Янхолику не сервешь огром. Он может. Он может.
Я, кстати, мало вон набрала сейчас. Ну, у него уже сарва висела, поэтому... Давайте стерию, нет? Давай. Вы по... Ты следи за его проками. Не проками, а этим. Граждан смерти. Она как смертельный союз убил. Метис, ты говори, как это придумать. Ебать, старого долили моба, блять. Вы уже по-новому начали играть. Старый лис этот жив. Чё за хуйня? Да, где это? Метис, наверх. Да я что-то... Ничего. Рывок, да? Аккуратно. Не туда побежал. Ну, хотя сейчас он перевезет тебя. Нормально. Да, блядь. Блядь, какой же ты 10 шлак, ебаный нахуй. Сейчас откинет, Тём. Да, нормально. Я так и хотел. Ну так, а я и заливал специально. Десять секунд. А, сбился. Вниз. Вниз. Квадрация. Отдайте СС. Люби, дай СС по Юки. Юки. Лиса без удара смерти играет. Но и все равно нечестивости в удар плеть сливаются. Когда он холик на туре на танк перехотел вообще делать. Все равно удар смерти не так отхиливает он холик. Помните лишний слов. Да блять! Лопасос дай БР по морю. Ну что, бафлот? Далеко. %34 Вы вторую фазу Метису объяснили, хоть куда сбегаемся? Когда?
Вы не будете понимать, это тупо Starfall. 5 секунд, Гарри. Раздамажили моба, оставляем. Нет. Где, блядь? Где эта хуйня? Ну он взлетел, не должно быть никого. Не, маленький. Стоп, по-моему. Стопнули, стопнули. Квадрат. Пошли от этого. Феникса это удалили, следующих не доливаем. Пизду. Сколько у него там? 19, нормально. Раз, 23. Доводим. Да 500 тонн. Потом играйте в босс. Мимо, медвей. Доводите, ребят, пожалуйста, доводите. Все, стопнули. По-новому играть. 10 лямов. По-новому. Главное не убить. Давайте я пошел туда. 7%. Нормально, там 3. 5 лямов. Нормально, нормально. Сколько у вас там штук? 3. Стопнули. Еще 2 должно быть. 3 ляма, 2,5. 2 ляма. По-новому начали играть. Алиса, готовься босса ловить. Внизу. Пятьсот тысяч. Миллики прыгаем. РДД по боссу сыграли. Вышли с танка. Все вниз. Вышли с танка. Вниз. Фаза вторая. Долили по трэшу. По трэшу сыграли, босса забери. А трэш это что? РДДшники. Чё погиб? Да, рано еще. 50 секунд куда? Почему у меня нет? Вышли. Вышли с лужи. Есть какой-нибудь ДФТ-4300? Печеньку, печеньку. Печеньку, печеньку. От печеньки к звезде бежим. Дал прошлый. Пошли, бежали. Изи нахуй. Прежде. Геро. Забрал? Или КД? Да, забрал. Геро. А, сейчас. Есть. Тогда не сейчас. На следующую. Геро на следующую. Не даем пока что. Тёма, оба на мне заберешь. Потрашу стоп. Забрал. По трэшу стопнули пока что. Стопнули по трэшу. Глядь по боссу. Блять. Дали все-таки. Тайм разбежались. Печеньку, ребята. Слава. Да и все, когда Гера. Ну, у меня. Убежали. Лут поставь на себя. Живей. Мобов слили, быстро. Дим, хватай этих. РДД слили мобов. Милишники по-новому играют.
На Алисе, на Б. Он ничего. Геру? Геру, дайте еще. Когда у меня почему-то не сильно. Вышли, 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 вышли. Вышли с лужи быстро. Трэшу стоп. Трэшу стоп. Я заберу, забрал. Маленького отошли. Печеньку, печеньку через лужу аккуратно. Геру, трэш не убейте, трэш не убейте. Побежали. Убили. Отбегаешь? Трэш. Отбегайте дальше. Меня откинуло. Потому что вы как-то бежите, Рака. Я смотрел сейчас за вами, кого кинул. Трэш, трэш собирается. Мобов под боссом. Ребят, аккуратно, дайте поставить. И не бейте трэш, когда он только выходит, пока он не будет на пост. Вы его начинаете дотать, танки пусть по отрезу. По трэшу играем пока что. Играем по трэшу. Дим, следи за... Ну, печеньку. Печеньку. Стопнули. Алиса, смотри, этот босс может быть на мне. Побежали, все вместе. Побежали, побежали. Ну я как-то не знаю, долго вы жизнь. Слишком долго вы стоите здесь. По трэшу. Да он просто не туда упал. Упал он туда. Успокойтесь. Быстрее. Трэша в гады долили. Угу, отлично. Вот это другой раз план. Просто до берсы еще можно. Служу. Потрашу стоп. Печень. Стопнику потрашу, не надо бить его. А чё одни бегут за звезду, одни в печеньку наш? Побежали, побежали, все, побежали, сразу побежали. Изи. Убили трэш. РДД убили старый трэш. Медичники-то по-новому начинают. О, Дин, на тебе ревностно уже сработал? Нет. Ложа сбоку. Потрашу стоп. Нормально. Печеньку. Стоп. Стопните потрашу пока что. Три, два, побежали, побежали. Изи. Танк. Дал тебе прожим, котен. Угу. Добили, 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 добили. Под боссом. Дайте ему, дайте поставить трэш. Как только он под боссом стал, все. Лужа. Служа, служа вроде. Отлично. Ирина похил. Печеньку. Потрашу стоп. Печеньку. Побежали. Побежали. Все, не стоим на месте, не стоим. Живее выходим из лужи быстрее, сейчас улетит двое. Долили, долили трэш. Сколько там для берсы? 10 минут. 6 минут. 6 минут для берсы. Нормально. Печеньки лужа. Печеньки лужа. Трэш, трэш, трэш. Обнули по трое шоу. В холле пало, встаньте. Новая печенька. Побежали. Побежали. Если падает метку, все, вы уже ничего не можете, что ли, нахер? Добили. Трэш взорвется. Осторожно, возле трэша. Взорвался. Подводи ближе, он на Алису загрится, нормально будет. На вебе один. Где? Лужа. Потрашу. Потрашу. Стопнули.
печеньку давайте, живее, живее. Побежали. Побежали активнее, активнее. Трэш добили. А почему у меня, когда падает, меня никогда не шотает? Потому что ты имба. Потому что я рядом возле тебя сейчас был. Имба, энерджи. Ленар похил. Лужа вышли. Чё, может последний пак и тупо в босса? Не-не-не, играем только по трэшу. Стопнули по трэшу стопнули. Смотрите, главное не сдобить в воздухе босса. Да это не ладно, побежали. Побежали. Изи. Дал прожимку, чём. Нормально я стою, подал. Добили трэш. Убираем его. Лужа аккуратно. Ребят, этот пак долейте одного моба и все. Просто играем. Да может, не играйте, блять, по трэшу, слишком дохуя предложений. Босса полтора ляма, вы о чем? Есть тактика, придерживайтесь ее, учитесь. Все, он умер. На лане такая же тактика, да? Или на СМБ? Сука, я знал. О, вообще. Хотел ставить слово насчет гимнамана, но вы так активно все говорите, что мне не ставить слово гимнаману даже. Спасибо, ребята. Прошу. Чуван, спокойно. Все хорошо. Кто из вас будет этот? Он не мне нужен был, понимаешь? Давай, я буду кидать. А кто я? Мора. Мора. Хорошо. Скажешь, Кана. Хоть дальше полегче будет. Давай, на плащ. Кидай. Сейчас, блядь. Врон, Аналь, блядь, не роль. Я тебе его кидаю, там да, он что так смело пошли на робота? На робота. Ну, а чё, в чём на робот робота? Легче в разы. Изеро. Ой, изеро. Мидвей, такой мидвей. Чуваки. Ладно, давайте следующий ролл я кидаю. Слышишь, тормози, чтобы не было той кабины, но я могу реально нормально. Всё нормально. Если кому-то из вас Феникс, мы в конт. Да, там на одного шипешника это бис под Т5, ну да ладно. Слушай, я тебе говорю, давай оффхенд и кистевой, да, не надо. Да, все по-честному, не надо. Все по-честному, не надо все. А вопрос другой, договорились. Кому им там надо этот оффхенд просто? Если так надо, если там надо. Бойцам не надо, в чем проблема? Если не нужен никому из ваших, соответственно, отдашь все, мы его порвем. Парни, кому надо. Из наших? А у нас нет, кому он нужен. Так был бы я, но... опять не на своем паладине с раном. Не-не, все, так, без проблем. Так, кто там блядь. Свалил, погоди. Вот он, блядь, больше. Корстон, 94. Корстон, ну, блядь, Сашечка, где там? Ну, дашь не обмен, я потом разрулю. Да. Сейчас, догонишь, когда у тебя, да. Косты сбивайте, пожалуйста. Кокс, тебе оффхенд нужен? Сейчас танка шотит. Похиливаем, давайте. Но там еще один танк есть. Два декаля. Два уже упало. Третьему падайте. А что с тобой попало? У меня один вопрос. Что ты там делал, что ты всех сагрил? Запись делись. Меня откинул моб прям туда, короче, где шел следующий. Мы к этому не были готовы. Все, да. Я пошел только потому, что я отвлеклась на весь. Бейте, блять, хоть одного моба добейте. Одного 19%, пожалуйста. Я пока живу под прожимками. Уже не живу. Блин, я котенка забрали, я уже. Не вижу. Просто ты котенок, не смеси. Потихонечку идем, не торопимся. Виби, ты знал, что они откидывают? Мог бы сказать. Бля, все такие умные, просто я херен. Ну так что ты не сказал? Он кастует каст, который...